Портал деталей. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мой собеседник – украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Приветствую всех наших зрителей. Я хотел бы с вами поговорить о различных аспектах очень важного, явно для Украины, фактора. Это предвыборные ситуации в Америке. Вот в интервью японской государственной телерадиокомпании президент Украины Владимир Зеленский заявил следующее, цитата: «В конце ноября Киев будет иметь план действий для достижения мира». Конец цитаты. Это отсыл к предвыборной ситуации в Америке, что, мол, только после этого мы сможем предпринимать и решать какие-то важные, серьезные проблемы? Скорее всего, так. Это важный фактор, потому что пока, никто не уверен в победе Трампа. А учитывая то, что разница между Трампом и Камалой Харрис небольшая, то однозначные, скажем так, ставки делать на Трампа никто не будет. И под его календарь, и под его победу никто не будет формировать календарь дипломатии. Хотя план до ноября почему еще может быть? Потому что сейчас американцы все-таки, не то что вне игры, но инициатива в мирных переговорах, вообще в дипломатическом формате, она будет принадлежать странам так называемого мирового большинства. Вот уже в игру вступил Китай. На прошлой неделе был достаточно интересный, малоинформативный, но очевидно предметный визит министра иностранных дел Кулебы в Китай. 3 дня. Причем там такой срочный визит был. Мало о нем информации, мало каких-то комментариев, интерпретаций в украинском политическом публичном поле. Видимо, пока результаты не разглашают по тактическим причинам, но тем не менее визит интересный. Далее. После этого спецпредставитель по Евразии Китайской Народной Республики, он же, скажем так, спецпредставитель по войне в Украине, Ли Хуэй, улетел в Бразилию. Видно, согласовывать бразильско-китайский план с учетом 3-дневного разговора Кулебы, министра иностранных дел Украины, и Ван И. Так, затем еще будет встреча с рядом представителей мирового большинства, по-моему, с Южной Африкой и Саудовской Аравией. Так что сейчас инициатива, даже, по-моему, даже где-то из согласия Запада, в каком смысле согласия? Вынужденного. Потому что Америка на выборах, а Европа ждет, чем закончатся американские выборы. И тогда уже будут, скажем так, действовать более активно или проактивно. Плюс надо добавить, что очень неожиданно и интересно ожидается визит премьер-министра Индии Моди в Киев. Но если так посмотреть на индийско-украинские связи, то особого какого-то торгового или военно-технического, или гуманитарного какого-то сотрудничества, не очень. Хотя, наверное, визит имеет и перспективу в этой плоскости. Но мне почему-то кажется, что Моди приедет тоже прокачивать ситуацию с возможной либо конференцией, либо с другими какими-то возможными дипломатическими форматами по, во-первых, доработке плана. План это должен быть коллективный, не только украинский. Он коллективный должен быть, раз мы рассчитываем или рассчитывает Киев на его реализацию, и тем более при участии конференции, Российской Федерации. Поэтому подключается МОДИ. Но есть еще один вариант, очень интересный. Трамп заинтересован в том, чтобы до выборов или уже сразу, непосредственно после выборов, до инаугурации, если будет его победа, или сразу после инаугурации, решить проблему Украины. Это, как говорят, низковисящий плод для Трампа, который легко сорвать и сразу получить успех.
Ну, Трамп любит такие, скажем так, акции, которые приводят к успеху для того, чтобы сразу получив такую фору на свое четырехлетие. Поэтому Трамп тоже может включиться в эту дипломатическую гонку. Но еще один интересный момент получается. Идут такие утечки, что Байден тоже не против как бы зафиксировать, застабилизировать свое политическое наследие, в том числе и удачной сделкой по Украине. Байден считает, что Россия проиграла, что да, территории, часть территории оккупирована, небольшая часть, правда, оккупирована, но Киев и вся Украина, она сохранила свой суверенитет, свою независимость, свой контакт, западный курс и так далее, поэтому говорить о каком-то большом военном успехе Путина или геополитическом успехе Путина не приходится, с точки зрения, по крайней мере, администрации демократов. Поэтому они тоже могут включиться в эту гонку за сделкой, дипломатической сделкой. В общем, получается, что вот сейчас и до там, октября, начала ноября, вот уже идет дипломатическая гонка. Все включились в нее. Китайцы, индусы, латиноамериканцы. Ну и Трамп и Байден могут тоже подключиться в соперничестве за то, чтобы у каждого свои резоны, у каждого свой интерес. Вот тоже как бы поучаствовать в этом деле. Но теперь осталось только определить форматы. Есть возможность такая, что, конечно, если Украина найдет компромисс и понимание со странами мирового большинства, они будут, конечно, поддавливать и Путина на эту сделку. Не исключаю, что Россия тоже готова пройти свою какую-то часть компромисса. Даже не исключаю, что, возможно, каких-то предварительных возможностях такого рода говорили Лукашенко и Путин, вот встречаясь на острове Валаам, монастырь, так, вот они были 3 дня тому назад, там на выходные. Не исключаю, что там уже просматривалось. Лукашенко может быть тоже одним из посредников. Ну и плюс, конечно, еще есть Турция, есть Эрдоган. Короче, формат и количество, число посредников, оно уже как бы плюс-минус определено. Теперь важно определить, какой будет формат этого контакт-посредничества и в каком в формате пройдет конференция, либо будут начинаться переговоры Российской Федерации и Украины. Вопрос тут только сейчас в одном. Тут даже я не беру военную, а там оперативную составляющую, а в том, Украина хотела бы, чтобы это было какое-то коллективное решение с коллективными гарантиями, а не двухсторонние какие-то переговоры с Российской Федерацией. Одновременно или в то же время мы знаем, Путин неоднократно говорил, что их устраивает вот некий такой новый стамбульский вариант, новый стамбульский договор, так, и они хотели бы все-таки напрямую говорить с Украиной. Как сказал Путин, посредничество мы приветствуем, ну а посредники не всегда будут заботиться о интересах или компромиссе переговаривающихся сторон. Поэтому вот в этом пока так проблема. Ну и последнее. Все-таки что-то в этом направлении начинает происходить, и происходит, и будет происходить. Я так понимаю, готовится большой обмен заключенными сейчас вот между американцами, русскими, белорусы потянулись, у них там приговорен смертной казни гражданин Германии. Кригер, по-моему. Вот только что я видел новость. Лукашенко собирал своих силовиков и решали вопрос о помиловании и обмене. Понятно, это гуманитарная составляющая, понятно, что это по линии спецслужб, разведок и так далее. Но, в принципе, это тоже, можно сказать так, слегка обнадеживающий знак, что вот по такому направлению сейчас, по дипломатическому направлению будут двигаться стороны. В газете The Wall Street Journal появилась статья, которая называется «Мирный план Трампа для Украины». Согласно этой публикации, в этот план входит усиление санкций против России, снятие ограничений на поставки оружия Украине и отмена ограничений на его использование, программа ленд-лиза на $500 миллиардов, вступление Украины в ЕС и НАТО. Звучит впечатляюще, но автор этой статьи не Трамп.
а бывший госсекретарь США Майкл Помпео и юрист Дэвид Урбан. И даже неизвестно вообще, одобрена ли Трампом эта публикация. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, это соответствует взглядам и планам Трампа? И почему мы вообще слышим о плане Трампа от этих двух очень известных в его окружении людей, но не от него самого? Ну, Wall Street Journal – это издание, которое поддерживает республиканцев. В отличие от других таких тяжеловесов, там, Washington Post, New York Times – это издание демократов. Во-вторых, это план Руперта Мердока, который за республиканцев, но, скажем так, скорее за республиканцев в классическом варианте, не консервативном, чем за Трампа. Сейчас в команде Трампа идет борьба между разными течениями, крыльями и так далее. Вот это одно из проявлений этой борьбы. Руперт Мердок за этим стоит. Ну, вы знаете, да, медиамагнат, издатель и так далее. Хоть австралиец, но вовлечен и да. в американские дела достаточно плотно. Это попытка перебить разного рода планы, которые уже от имени Трампа начинают появляться в публичном поле. Ну, прежде всего, это по линии вице-президента Венса. За ним стоят цифровики, Питер Тиль, Илон Маск, ну, меньше Илон Маск, но тем не менее. Так, Калифорния, бывшая калифорнийская силиконовая долина, которая сейчас там в Техас переезжает, ну, неважно. Во-вторых, план Джонсона. Бориса Джонсона, который он озвучил тоже где-то недели полторы назад. Он, кстати, отличается от плана Помпео. Есть еще планы Кита Келлога, генерал-лейтенанта, генерал-лейтенанта в отставке, ну, один из советников Трампа по национальной безопасности во время первого президентства Трампа. Там есть свои особенности. Есть план Ричарда Греннелла. Это бывший посол США при ЕС. А сейчас вроде его продвигают на должность госсекретаря, если Трамп победит, госсекретаря, если Трамп победит. Есть еще планы внука Колби, Уильяма Колби, это бывшего директора ЦРУ, а ныне это 50-летний там, ну, плюс-минус известный эксперт, которого даже рассматривают на место Джейка Салливана, если Трамп победит. Так, вот. Что отметить по плану Помпео? Во-первых, он самый ястребиный и самый далекий от заявлений самого Трампа. Еще раз говорю, Трамп хотел бы войну закончить и сказать, я не допустил Третью мировую войну. Мой первый успех. Я остановил войну, которую начинал Байден. Теперь все, мир свободен от страха Третьей мировой и ядерной войны. Это раз. Во-вторых, если посмотреть на конкретные практические параметры плана Помпео. Ну, давайте так, ленд-лиз. Ну, почему ленд-лиз? Был же законопроект проголосован. Да. Так, почему? Потому что американская администрация Байдена посчитала, что ленд-лиз не самый оптимальный путь получения помощи. С точки зрения долгов, на которых может попасть Украина. И лучше всего вот, давать военную помощь Украине по линии тех программ, программ по линии администрации президента, президентских программ по линии Конгресса, бюджетных программ, которые Украина получала на протяжении вот последних там двух лет. Ну, примерно это где-то 200 миллиардов долларов. Ну, примерно плюс-минус. Это два. Третий момент. Ну, 500 миллиардов долларов можно, конечно, напечатать. Но готова ли военная промышленность в США к тому, чтобы получить или создать необходимые военно-индустриальные кластеры для того, чтобы эти 500 миллиардов долларов потратить сейчас, произвести. Оружие-то надо сейчас, а не через какое-то будущее. Ну и последнее. 500 миллиардов долларов – это, конечно, бремя, долговое бремя на Украину при всех долгах Украины. И так достаточно. Штука такая, небезопасная, как минимум. Я хочу напомнить, что Советский Союз, а потом Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, закончила выплату долгов по ленд-лизу во Второй мировой войне, так, с 41-го, по-моему, или 42-го года, аж в 2006 году. Могу ошибиться там на год, на два. Но окончательная выплата долгов была в начале 2000-х годов по ленд-лизу. Поэтому есть вопросы по поводу того, насколько Трамп ознакомлен с этим планом, а во-вторых, насколько он реалистичен в плане его прикладного
воплощение. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вообще у самого Киева сформулирована позиция о том, что для Что-то Украины... звук пропал, Михаил, ну секундочку. Вы меня Звук не сейчас слышу. слышите? Еще раз, ага. Слышите меня сейчас? Да, все поправил, да. Хорошо. Да, повторюсь, у самого Киева сформулирован ответ на вопрос, кто лучше для Украины, Трамп или Харрис? Никто не знает. Но пока Харрис, пока при всех как бы ее там плюсах публичных, пока никто не знает, что от нее ожидать. Это раз. Во-вторых, Как и от наверное, Трампа. все-таки, Как и от Трампа. наверное, все-таки, вот я думаю, сейчас будут работать и с теми, и с теми. Просто звонки уже были Ермака Филу Гордону, советнику по нацбезопасности Камалы Харрис. Знаете, я бы тут не делал бы вот такого разделения, там, что при Камале Харрис, раз она демократ и будет продолжать линию Байдена, значит, это для Украины лучше, а при Трампе будет хуже. Думаю, тут пока вот такие делать утверждения рано. Понятно только одно, что при Камале Харрис править будет, конечно, команда Харрис, учитывая неопытность. Ну, конечно, те, кто стоят за или управляют негласно демократической партией. Ну, это кланы Клинтон, возможно, кланы Обамы и так далее. То есть мы можем понимать, какая политика, по сути, будет по отношению к России. А уже в контексте по отношению к России уже это будет касаться Украины. Но так это всегда было и, наверное, так и будет. Что вне российского, американского контекста трудно прогнозировать четкую линию отношение тех же Соединенных Штатов Америки к Украине. Что касается Трампа, ну, заявлений Трампа много, но все почему-то, во-первых, вряд ли им будут кто-то управлять извне, так, все-таки это больше, ну, скажем, сфокусированный на себе политик, каким-то политическим эго проявленным, так, учитывая и его путь в политику, и то, что он возвратился, вернулся в политику, и на каких условиях, а если победит, это вообще будет рассмотрено или подано как какая-то, скажем так, новое откровение, так и новое спасение. Вот. Что от него ожидать, какие от него могут быть решения, учитывая его пресловутую непредсказуемость, тут тоже непонятно. Поэтому, как я понимаю, вот в России тоже мучаются над этим вопросом, и, по-моему, в последнее время не склоняются к тому, что пусть уже будет Камала Харрис. Потому что мы понимаем, кто такие демократы, а кто такие республиканцы при Трампе, тем более сам Трамп, это не очень-то понятно. Да. А я так понимаю, в России любят прогнозируемость, вот какую-то предсказуемость. Там так всегда строилась политика. Вот я так бы ответил. Возвращаясь, скажем так, к китайскому фактору. Вот на фоне визита министра иностранных дел Украины в Китай появились разговоры о том, что таким образом готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпиня. Скажите, пожалуйста, если такая встреча все-таки состоится, будет достигнута договоренность, и она состоится, это будет чисто ритуальная встреча, вот чтобы показать, продемонстрировать какой-то новый этап в этой ситуации, или же она будет ознаменовать, что появилась какая-то реальная, серьезная основа для повышения роли Китая в разрешении конфликта Украины и России. Я почему спрашиваю? Потому что будет ли это означать, что Украина, по сути дела, учитывая отношения Китая непростые с американцами, переориентировалась в своих спонсорах? Ну, по встрече. Понятно, что под какие-то гарантии результат. Потому что Китай тогда будет в неловком положении. Поэтому результат... Конечно, какие-то гарантии будут даны, согласованность будет и повестки. Вот, она предметная будет. Теперь, что касается спонсоров. Наверное, есть понимание того, что ориентация только на Запад и в военном конфликте, и вообще, скажем так, геополитическая и тем более торгово-экономическая география, она все-таки вынуждает Украину действовать более диверсифицированно. Но Китай остается торговым партнером номер один.
для Украины. Так, это очень важный момент. Военная помощь идет с Запада, но по торгово-экономическим показателям, торговая география, экономическая география, она, скажем так, на Китай ориентирована. Во-вторых, Украина нужна Китаю, я уже говорил неоднократно, в качестве такого хаба логистического, так, в плане «Один пояс, один путь», вот этого проекта «Один пояс, один путь». Вот только что была Мелани, премьер-министр Италии была в Пекине, там подписано соглашение о сотрудничестве. Я не знаю, может, Италия, кстати, единственная из большой семерки страна, которая согласилась на участие в проекте «Один пояс, один путь», потом она вышла. Может, она собирается опять вернуться к этому проекту, своему участию в этом проекте. Но это показательный тоже момент. Вот Украина тоже нужна Китаю. А главное, Китаю сейчас надо продемонстрировать. Первое, что это дипломатическая сверхдержава номер один. А во-вторых, что ей нужен дипломатический успех в плане успеха и всего мирового большинства. А главное, показать, что мировое большинство, в отличие от некоторых на Западе, вот оно всецело за мир. Ну, примерно это и есть недалеко от истины, потому что Китай – это основной бенефициар глобализации. А если война дальше будет продолжаться, то будет идти в мире фрагментация, деглобализация, автаркия, экономическая и торговая автаркия. И главный проигравший тут будет Китай. Один из главных проигравших вот в этой ситуации, так вот, деглобализация, будет Китай. Поэтому китайцы не хотят вот этого декаплинга, разрыва между Западом, Европой, США и Китаем. Вот. Поэтому вот это первое. Второе. Но если Трамп придет к власти, и если Трамп и Соединенные Штаты Америки, и Трампы будут постепенно выходить из Европы, перекладывая основное бремя помощи военной и экономической помощи Украине на Европу, а Европа с этим справляться не сможет, и скорее всего не сможет, сразу, по крайней мере, учитывая многие факторы и так далее, и так далее, то что делать Украине? Если Америка будет постепенно замыкаться либо на себе, либо замыкаться на другие театры военных действий. Ну, например, Ближневосточный, там, Тихоокеанский и тому подобное и так далее. Поэтому диверсификация внешней политики, а тем более вот дипломатического процесса, связанным с завершением войны и вот этим управлением и оформлением транзита от войны к миру, она просто Украине необходима. Тут уже проблема не вкусовщины, не просто выбора, а, наверное, какой-то необходимости. Дипломатическая и военно-политическая необходимость. Украине выгодно или, наоборот, мешает такое ожесточенное соревнование Пекина и Вашингтона, в том числе за лавры будущего миротворца? Ну, если бы эта конкуренция обострялась, это была бы борьба, например, между Байденом и Пекином. Это была бы одна история. А если, например, Трамп или Венс, его вице-президент, кандидат вице-президента, а возможно будущий вице-президент, говорит, а какое нам дело до Украины? Где мы, а где Украина? То понятно, что здесь борьбы за Украину между трампистами, не всеми республиканцами, а трампистами, и китайцами не такая уж будет, скажем, острая. Поэтому в этой ситуации придется и как так посмотреть и на Юго-Восток. Не только на Турцию. Ну, Украина еще и до войны в Турции были неплохие заделы и экономические, и внешнеполитические. И на Центральную Азию. Ну и, понятно, на Китай. Ну, Саудовская Аравия остается так достаточно таким непубличным, но достаточно серьезным актором по контактам с украинским, для контактов или по контактам с украинским руководством. Ну, может быть, что-то я когда-то говорил, не знаю, мы с вами об этом говорили или нет, что, может быть, Украина примерно будет в таком положении, как Грузия сейчас. Вот грузины, они ориентируются на Европу, на НАТО, ЕС. Недавно подписали совместную декларацию на саммите Европейского политического сообщества в Британии и так далее, с осуждением России, но практически прикладная политика, более реалистичная политика заключается в том, что по торговым и разного рода другим связям ориентация на Турцию, партнер номер один, на Россию, но и нейтралитет, такой, скажем, нейтралитет по отношению к войне Украины и России. С самого начала они выбрали такой путь. Вот может и такая быть история, не исключаю, для Украины.
А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, я понимаю, что это вопрос такой очень гипотетический, но тем не менее, а что может предложить Китай во всей этой истории? Какой у него арсенал, который еще не использовался Западом, Европой, другими посредниками? Что может предложить Китай? Деньги на Кому? восстановление. Украине, понятно, а России? Что может заставить, как Китай может заставить Ну, а Россия без сесть Китая санкции. вместе Санкции Украину и начнут. Россию? Смотрите, если Россия будет слишком упираться, игнорируя предложение мирового большинства, она может остаться в изоляции. А не будем забывать, на октябрь планируется саммит БРИКС. И Россия делала большие ставки на БРИКС, потому что Россия себя позиционирует как авангард мирового большинства против Запада. Антизападный такой авангард, форпост мирового большинства против США. А если это будет изоляция, например, или будет дистанцироваться от России, а более того, а если вторичные другие санкции, они все-таки там прижали немножко, прижали. И если Китай и Индия в массовом порядке будут отказываться от платежей, кому нужны, ну, рупии, пожалуйста, и кому нужны рубли или рупии? Это серьезная, скажем так, проблема. Она может быть не такая хайповая, так, и такая яркая и информационно насыщенная, так, ну, новизной, новостной. Все пишут о боях, о самолетах, о так далее. А на самом деле вот эта тема, как действуют вторичные санкции, и как Запад все-таки так ну, придавливает Россию. И если Китай и Индия и другие страны начнут, во-первых, публичное дипломатическое давление на Россию, а затем еще вот это начнут, ну, скажем так, выполнять. Сейчас они очень неохотно это делают, пытаются уходить от этого, но выполнять вот эти все санкционные требования, они давят на них, на китайцев, на индийцев давят западные финансы, так, то тут, понимаете, сложно будет России. Я понимаю, Россия может там через хуситов заблокировать там Ормузский пролив или там Красное море и сорвать все морские коммуникации. Но это тоже может не понравиться Саудовской Аравии, Индии тоже, так? И другим государствам, которые... Потому что сколько там? Ну, большая часть мировой торговли, международной торговли, она идет по этим морским коммуникациям. Так что не все так... С точки, пропагандистской точки зрения все как бы выглядит черно-белым. Но если начинать выходить за рамки пропаганды и смотреть более объективно и, скажем, более сбалансированно, то позиция в России с точки зрения отношений с мировым большинством не такая уж как бы привилегированная или там какая-то однозначно позитивная, однозначно положительная и пользуется всемирной поддержкой, там, например, Китая, Индии и так далее. Тем более есть понимание общее. Война она срывает глобализацию. Она срывает планы экономического восстановления, развития Индии, Китая, той же Бразилии и тому подобное. Так что есть общее понимание, что войну надо завершать. И в этом смысле еще и дипломатическую можно получить и бонусы. Выставить себя единственно возможными такими на данном этапе, в отличие от Запада, миротворцами. Но, конечно, Украина свое может получить здесь от Китая. У нас осталось несколько минут. Такой вопрос. Последние несколько недель часто употреблялась в различных СМИ тема возможных переговоров Украины с Россией. Прямых, непрямых, через посредников. Мы с вами об этом говорили. Это подкреплялось какими-то цитатами из Зеленского, из Путина и так далее. Но последние дни эта тема как-то из СМИ словно по команде исчезла. Это просто потому, что она перестала быть актуальной, ее ничем как бы не подкармливают, или она ушла за кулисы? Думаю, что она ушла, во-первых, за кулисы, а во-вторых, не дразнить раньше времени тех, кто хотел, не хотел бы такого сценария. И, конечно, есть еще очень деликатный, специфический, внутриполитический или внутриукраинский политический вопрос. Потому что тут есть достаточно мощные, влиятельные, по крайней мере, в публичной сфере, политические силы, которые говорят, что заморозка войны, переговоры и так далее, это есть
Это выиграет этого Путин, но не Украина. Так что это только в интересах Путина. Поэтому сейчас, мне так кажется, хотят снять вот, актуальность вот в таком информационном смысле этого слова. Поэтому, мне кажется, из-за этого и итоги визита Кулебы мало обсуждаются. А может быть еще один момент. Ну, как-то недели 2-3 назад была такая полная уверенность так у всех, что вот Трамп побеждает. Все, почти безальтернативно. А стало быть, готовимся к приходу Трампа. Везде и все. Кто-то слишком рано проявил свои протрамповские чувства, симпатии. А кто-то промолчал поумнее. А теперь как-то непонятно с избирательной кампанией в США. Непонятно. Поэтому зависла вся ситуация. Пауза. Но во всяком случае, я считаю, в таком деле паузы тоже необходимы для того, чтобы сгоряча не делать заявления публичные, тем более какие-то навести переговоры, а хорошо к ним подготовиться. Субстантивно, ну и, конечно, с точки зрения организации и риторического или там медийного сопровождения. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. До свидания.